Семена капусты пекинской Ника F1 порадуют высоким урожаем. Этот сорт можно смело выращивать на продажу, для переработки, употребления в свежем виде или хранения, до 3 месяцев в холодильнике. При правильной посадке и уходе с 1 квадратного метра садовод сможет собрать до 10 килограммов урожая. Семена капусты пекинской Ника F1 позволяют собрать 2 урожая за сезон. При соблюдении сроков высадки в грунт растения не подвергаются цветошности. Внешние листья кочанов имеют зелено-белую окраску, а внутренние – желтовато-белые. Этот сорт обладает устойчивостью к киле. Капуста пекинская Ника F1 – это однолетнее растение. Капуста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Лист этого прекрасного растения по форме широкоэллиптический. Капуста пекинская Ника F1 имеет ранее спелый срок созревания. Плоды капусты созревают в месяце июль. Урожайность капусты пекинская Ника F1 около 2-3 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Цвет плода желтый. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.